Мистер Хан? Я здесь! У вас там машина в доме, мистер Хан! Короче, я тут пораскинул мозгами. Я, конечно, сначала испугался турнира, но потом до меня дошло. Да я ж сильный! Мое преимущество – это скорость! Я шустрый! Шустрый! Быстрый! Как пантера! Вот такой вот! Видали? Быстрый такой! И у себя дома я занимался в полицейской спортивной секции. Смотрите. Бом, видали? Бом, видали? Йо! Вот как мой дядя Реми встречался с бразильянкой. Он выучил джиу-джитсу и показал кое-что мне. Всякие блоки, захваты и все такое. Нападайте. Вот так. Видали? Вот как. Могу сломать, но не хочу. Болевой захват. Опасная вещь. А еще он научил меня КПР, вот. Не поймаешь, не поймаешь. Она древняя? Подними куртку. О! Короче, мистер Хан, я вот что хочу сказать. У меня хорошая база. Вы же сами все видели. Меня будет проще учить, чем остальных. Повесь. Ага. Ну что, начнем? Теперь возьми. Но я же... Возьми. И надень. Сними. Я это уже делал. Сними. Просто скажите, зачем Сними это нужно? Сними куртку. И повесь куртку. И возьми. Брось на землю. Подними. Повесь. Возьми. Надень. Сними. Брось на землю. Подними. Повесь. Теперь возьми. И надень. Сними. Повесь. Мистер Хан, почему у вас в доме машина? Парковки нет. Привет. Ну как все прошло? Чему научился? Ничему.